Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Так, сегодня мы забираем 5 чего? Ну ты понял, короче. 5 растений, я правда не помню, как их. А, конечно же, это Аки. Это Аки. Как можно было забыть, Рэй? Ну, 1000 лет, друзья, не был здесь, поэтому 1000 лет, буквально пару дней назад был. Ну, именно про Аки я просто забыл. Ладно, хорош придираться, все, давай сейчас об другом. У нас вот ивент есть задание. Вот, пойду за пиньятой схожу, 100% побегу. Я прям даже, наверное, нет, давай вначале мы сходим все-таки на ивент. Быстренько пробежимся по нему. Посмотрим, что за ивент. В конце концов, я налево уже заикаться стал, заговариваться. Так, там лужайки у нас стоят прям на самом начале. А почему на самом начале? Блин, вот эти вот хорьки меня бесят. Они меня раздражают. Справимся мы, надеюсь. Воу-воу-воу-воу. Прилетел. Блин, а вот этого как? Вопрос. Ну, понятно, пока у него сбит, надо его бомбить, да? Он сейчас раздавит меня просто-напросто. Так, 3 стрелы. Ну, вырубили мы его, что я могу тебе сказать. Вырубили Щеглазадова. Так, сюда, наверное, поставим. Это я заберу, с вашего позволения. Так, выставляем, здесь забираем. Горшок тоже забираем. Горшок. Мы бы хотя бы одного прокачали бы по полной программе, и все было бы нормуль. Вот, фулка. Слушай, довольно легкий ивент, друзья, поэтому я предлагаю, наверное, арбуз, Cold Ship Dragon и 1000 монет. Я предлагаю, наверное, все-таки еще разок пройти, но в тот раз у меня не получилось. Рекламу посмотрел. А, тут вот как. Тут за кристаллы. Ну что же, давай за кристаллы, так за кристаллы. А раньше, я помню, за рекламу было. Ты смотришь рекламу, и тебе дают бесплатный еще раз сыграть. Ну, ничего против не имею. Абсолютно. Так, зомби идут. Зомби ползут. Зомби ползут. Ползут зомби. Даже ничего не успел сделать. Только крикнул, и все. И тут сразу же хана. Как бабки старые на базаре. Бурчит там что-то непонятно, что там все под нос. Есть, разбомбили. Давай сюда это все. Мы можем сделать вот так вот, чтобы просто. Коротко и ясно, да? И без разговоров. Сюда поставим. Ну, это называется изикатка. Изичная. Золотая монетка выпала. Вот и все. Вот и все. И, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Нормально. 15 аки получили. И плюс
тысячу, 1500 голды. Ну что, а здесь все, мы поиграли. И теперь я, наверное, думаю, пора идти на не ежедневку, а... Так, здесь еще тыщенку зарабатываем. На ивент. На ивент меня просто, ребята, заждался. Он меня просто заждался. Он говорит: Рэй, ты где? Ивент тебя ждет. Ну, я услышал, сразу прибежал. Шипы костяные. Так, плюс ледяной горохострел. А почему именно ледяной горохострел? В чем прикол? В чем прикол? Скажите ко мне на милость. Так, дай-ка я, наверное, 2 поставлю, а то там слишком мощные, слишком мощные, слишком бронявые. Так, бабуль, ты успокойся там, идет. Хромает. Оп, сюда. Вообще лучше костяные шипы ставить, конечно, на самом начале. Чтобы как только они появлялись, сразу же получали урон. Так, а у нас там еще и пушки, оказывается, пришли, да? Я понял. Так, шипы. Ну, не хотят по-хорошему, будем по-плохому. Подожди, а почему? А там что-то... А, там же у нас шипы стоят, ё-моё, я думаю, что он... Везде вот так вот все заставим сейчас. Так посмотри, а, какой идет. Так, наверх нам надо поставить еще. Ни одного удобрения почему-то не дают. Почему нету ни одного удобрения? Скажи ко мне на милость. Так, слушай, у нас... О-о-о, даже 3. Давай-ка здесь, наверное, мочканем. Так, где еще у нас много? Вот тут много зомби. Всех в расход. Так, и, наверное, еще надо сделать один залпик. Нормально, да? Самый цинус. Да я думаю, что все уже, они тут не пройдут. Этих мы заморозили. Пушку, о, пушку, да, сейчас завалим еще. Так, пушку уничтожили. Хотелось бы, конечно, шипы бы туда поставить. Костяные. Ну там, видишь, орех бронированный стоит. Они его там обгладывают. Как вы долго, а, горохострел, как вы долго с ними разбираетесь? Он с тем еще будут дольше, да, по-моему, который с котелком на голове. Там их несколько даже. Так, этот упал. Это только броню сбили с кого-то там. Лапа, голова. Ты посмотри. Давай ускоримся, что ли. Ты прикинь, это мы вон того ковбоя бомбим, да? Теперь, который с котелком на голове. Я вижу, котелок у него там мнется.
Так, котелок. Как только котелок слетел, все, ребят, сразу мы его разобрали. Остается вот этот вот. Второй с котелком на голове. Как понимаешь, его тоже сейчас расколбасит по полной программе. А и мелких этих дрищей даже снесем, даже не заметим, что они тут вообще были. И даже орех не доели, прикинь. Орех такой грустный, грустный, грустный орех. Такой, что такое, почему меня отдали на съедение? Ну, орех, это такая вот у тебя судьба. Ореховая, быть защитником. Если бы ты был бы орехом в доспехах, был бы героем. А так, никакой ты не герой. Просто вкусняшка для зомбарей. О, прыгуны плюс факельщики. О-хо-хо, я тебе скажу. Прыгуны плюс факельщики. Это не есть хорошо. Я тебе даже скажу больше, это вообще нехорошо. Это вообще нехорошо. Ты замедлить-то ты можешь в конце-то концов. Давай, 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 иди сюда, расторыпа. Так, у этого потушили факел? Потушили. Сюда тоже. Брейн. Брейн. Мозги. Свежие мозги. Ну давай, сейчас же орех уничтожим. Все, он сжег уже орех. Да, 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 да. Именно. Именно так и делают попрыгунчики. Берут просто и перепрыгивают. Поэтому шипы надо, ребят, ставить здесь. На начало по возможности. Чтобы сразу их на шипах подлавливать. Так. Пошел, пошел, пошел процесс, друзья мои. А эти же, по-моему, факельщики, они не могут. По-моему, они не могут. Так, тихо. Сжигать капканы, насколько я помню, да? Не могут. Фига, у вас тут накопилось. Вы что, ребят? Эй! Оголодевшие. Давай-ка мочканем. Вот смотри, у нас ледяная дорожка есть. А почему, когда мы играем в растения против зомби-герои, у зомби ледяная дорожка? Вот объясни мне это. Непорядок. Дорожка ледяная у нас есть. А у них вообще не может быть ледяной дорожки. По приори. Так, ну что, друзья, третий этап. Погнали. Так, тут у нас опять же факельщики. Факельщики. Факельщики, ё-моё. Раз, два, три, четыре волны будет. Угу. Идет Кривозадов. Так, ну это обычный ковбой. Тут надо больше акцент делать сюда, потому что тут их больше. Точнее, не больше, они в шапках с колпаком на голове, он усиленный. Еще и вот так даже. Ну, факелочки-то мы им быстренько потушим. Это понятное дело. Так же, как и этот. Жизнь в их сердцах тоже быстро потушим. Давай-ка вот сюда поставим. И вот сюда. Да. В надежде, да, на спасение. Но не тут-то было. Не тут-то было. Мои зомби. Тьфу ты, мои зомби. Мои растения. Всех тут замочат. Причем они все кривоногие. Заметь, все зомби кривоногие. Нет,
есть. Не, все-таки кривоногие. Хотел что-то сказать. Заступиться, но нет, они все кривоногие. Что это за звук такой был? Перемалываем их такие. Всех. Так, там есть у нас? Просто жестко всех перемалываем. Ну и все, судя по всему. Ребят, а что тут еще? А почему у нас музыки нет? У нас раньше играла музыка во время боев, а сейчас что-то музыки вообще нету. Куда делись музыкальные композиции? Как-то в тишине непривычно, если честно. Ну что там, последний зомби с колпаком, бывший колпак. Зомби бывший колпак отдуплился. Так, у нас еще 16940 монет. Мы можем что-нибудь допрокачать наверняка. Что-нибудь. Надо только глянуть, что. Какое-нибудь растение, ну, 100% можно. Там такие продукты на улучшение 20 000. Ну что, предпоследний, четвертый, ребята, этап. Четвертый этап. Так, пушки летающие, хмыри будут здесь. Так, капелька зачем-то нам дается, не знаю пока зачем. А вот против летающих что я буду делать? М? Блин, дело дрянь. Дело дрянь. Да что такое-то? Подожди, а летунов-то как? Как летунов-то я должен? Так что ли? Что-то тут как-то серьезно. Ну-ка, шмыхни. Это вот эти вот тут паршивцы. Их нужно, ребята, уничтожать. Это эти пушки, на шипы их надо. Иначе не достанут своих вот этих вот мелкашей выкидывать. Ну-ка. Зарядик, так сказать, один. Для профилактики. Еще один залпик для профилактики. Я не могу понять, это у меня только музыки нету в игре или у всех? Так, где это? Вот, вот. Фига вас тут. Что-то их тут, по-моему, переборчик небольшой, тебе не кажется? Так, у меня последняя ультушка осталась, последняя всего лишь. Предлагаю сюда бомбануть. Ну да.
победили. Да дайте вы телу упасть, ё-моё. Все, рухнул. Рухнул зомбарик. Ну и прекрасно. А нам остается последний этап. Осилить, и в принципе все. Ивент будет пройден. С роботами. Зомби на роботах. Блин, серьезная заявка. Так, цитроны сюда тогда будут. Так, ультушка. Ой, что-то чихнуть захотелось. Да что такое-то? Не проходит. Не держи, как говорится, в себе чих, да? Не держи в себе чих. Да я как бы не держу. Ну что, влупим, наверное? Шикарно влупанули. Надо их гасить, вырубать. Так. Ну чё, давай. Как в старые добрые. Как в старые добрые. Чё он делает? Он же точно уже сдвигает нас. Хорош. Вырубаем этих. Блин, сейчас будет сдвигать нас. Не будет он никуда сдвигать. Он будет в отключке пока сидеть. Раз, в отключке. А второе вот так вот сделаем. Раскорячился. Вот и все. Довольно легкий на самом деле был ивент. Как по мне, не знаю, как вам, друзья. Ну, по мне изи. Что нам дадут? Да очень путевое. Ага. Селери. Гуакадили. Виолетта. Ну, это Шарп Драгон. Ну, понятно. Шипастая лужайка. И все. И все. Ну это, ребят, не серьезно. Я думал, там что-нибудь там путевое. Ну, по крайней мере, что-нибудь такое дорогостоящее, дорогонужное. Растение. Подачку дали на самом деле. Так, забираем 2000 монет. Так, что у нас на моем огородике? Что происходит? А на нашем огородике происходит все нормуль. Ага. Так. Ну где там жужу у меня? Вон она жужу. Жужукала летит. Так, у нас еще... Ивент, он, по-моему, еще не закончился, да? Два дня он еще будет идти. И... Сколько у нас? 80. Раз, два, три, четыре, пять. Мы можем получить вот эти три пиньяты. Если, конечно, у нас все получится.
Блин. Давай возьмем вот так. Плюс. Кто тут еще может быть такой из противных? Да они тут все, в принципе, противные. Голдблум возьму тогда. Возьму бомб-гранат. Здесь же, наверное, мне... Я возьму, наверное, помидор не буду брать. Я возьму лучше Джека. Или Джек недоступен у нас? Можно, кстати, Виолеточку взять, Джека. Что, ты хочешь прокачаться, что ли? Точно он, ребят, хочет прокачаться за 10 тысяч. Отлично, прокачался. Даже не знаю, или арбуз. А, вот, подсолнух нам нужен будет. Блин, вот это мне не нравится. Выбешивает просто. Лаву-гуаву возьмем. Let's rock. Погнали. Нет, серьезно, в игре музыки нету. Слушай, может быть я ее... Может быть я ее... Хотел в настройки глянуть. Ладно, потом посмотрим. Такое ощущение, что ее, как будто ее отключил. Подсолнухи, подсолнухи, подсолнухи. Отлично. Тут слишком тоже не очень сложные, ребята, этапы такие даются, так что... Это они через эти пролетели, да? Так, ты куда ползешь, а? Ой, ты болотный. Побежал он мне там называется. На тебе бомб-гранат. Так. Давай, Голдблум. Солнышек нам очень много. Так, он за свое опять. Бумкаем. Давай, капуста, жарь. Ну вот и все, в принципе. Остался только один тут ханыга. Мы его сейчас уничтожим по Шурику. Все. Я тебе говорю, тут не особо сложные такие этапы. Следующий. Я хочу забрать просто эти три пиньята и посмотреть, что там могут нам выдать. Прям очень интересно. Здесь нам сокращают. Ё-моё. Так, подожди, сейчас подумаем. Если здесь идет Гаргантюа, тут еще и летающие будут. Тут еще будут и летающие. Так, Голдблум обязательно. Бомб-гранат. Так, секундочку, сейчас подумаем. Сейчас. Замедляха, я не знаю, нужна она, не нужна, наверное... Не нужна. Джека возьму. Лаугуаву возьму. Так, тут с броней есть. Может быть взять магнит или не стоит его пока трогать. Наверное, вот так еще возьму. И... я же не взял ничего себе... В плане подсолнух. Так, возьмем вот так. И, наверное, где у меня двойной? Двойной мой подсолнушек.
Вот он. В принципе, я думаю, достаточно этого будет. Блин, про могилу-то забыл. Ё-моё, про могилу забыл, что там могилы. Неудобно, нехорошо получилось. Ладно, по-моему, если я не ошибаюсь, Джек, он может дотянуться. Да. Джек может дотянуться, отлично. Что, сдули мы этого, да? Супостата. Хорош. Куда ты ползешь-то, эй? Болотник. А ну-ка. Так вот. Джек, влупляй. Секунду, 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 секунду. Куда это ты? Разогнался, парень. Нечего вам здесь делать. Вас сюда никто не звал. Жарим. Так, Голблум, давай танцуй. Спасибо. Так, Гаргантюах там, да, готовится? Тогда мы тоже готовимся. Просто сдуло. Просто взяли и сдули чувачка. Вот и все. По-моему, все на этом, нет? Еще там один какой-то ханыга остался. Сейчас ему тоже будут кранты. Я даже все эти не истратил. Солнечной энергии просто немерено было. Ну что, давай посмотрим тогда следующий этап. Тут особо даже заморачиваться не стоит, ребят. Какую-то стратегию там выдумывать не стоит. Потому что легкие этапы. Угу. Ну что я могу сказать? Здесь сразу же берем этого. Скажи, я скажу, а где он тут у меня? Так, ну Голдблум, понятно. А где он? Его что, нельзя что ли брать здесь? Нет, можно. Все, сейчас просто сломаем тут все ему. Иди лофт на копейку. Так, так, так. Теневики, да? И вот этот возьмем. Раз теневики у нас тут. И еще кто у нас там теневик? Вот этот вот теневик. Ну, мы можем взять. Ну да, вот. Он теневик. Фух, поехали, что ли. Так, Голблум. Пляски с бубном. Молодец. Ну что, ломаем? И начинаем. Так. 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 Сейчас тут все у нас будет нормально. Так, пока мы этого ставить не будем, просто незачем. Как там, маркадемия, да, этот орех, по-моему, величать? Маркадемия. Это все? А, нет, 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 нет.
Это не все, ребята. Еще будет сейчас. Вам там всем закидываем лепестками. Так, и последняя волна. Все. А, вот сейчас. Сейчас будет последний или вот этот последний? Не могу понять. А, вот, сейчас будет последняя волна. Сделаем так, сделаем вот так и сделаем вот так. Да, ну тут шансов даже у врага нету. Ноль. Все, выиграли. А нам еще нужно, по-моему, два поединка отыграть. По-моему, да. Так что двигаемся дальше. Что-то мне развить цветочки. Блин, тут с огоньком. Если он с огоньком, то значит нам надо будет взять. Ну, можно вот этого взять. Он, кстати, его можно улучшить. А, 20 тысяч. 20 тысяч. Бомб-гранат. Почему бы и нет. Что тут еще можно? Подожди, сейчас. Слушай, а вот этот вот, который воздухом-то дует, он же у нас, по-моему, тоже, насколько я помню, он... Ну, вот этот вот, он, по-моему, тоже тушит костры. По-моему, да, сейчас проверим. Или вот этот тушит. По-моему, тут... Ладно, сделаем так. Возьмем так. И голдблум. Все, поехали. А я опять про могилу забыл. Да ёпарсоте, ну... Что за невнимательность-то, ё-моё. Как мне вот эти теперь уничтожать, скажи мне на милость. Так, я уже забыл, что он там делает, замораживает. Ага, вот так вот. Ну, мы вот так, кстати, можем. Или вот так. Вариантов-то много на самом деле. Блин. На. Голдблум, давай, пляши. Танцуй, наяривай. Так, они... Сейчас, подожди, давай так сделаем. Надо бомбить. Они тут мешают, встали. Все перегородили мне. Даже подсолнухи некуда поставить. Мои любимые. Какой сандшторм. Вот и все, никакого сандшторма. Так вот сейчас делаем. На. Thank you.
Так, давай сюда поставим. Подожди, а что хлоп? Где хлоп-то? Вот он хлоп. Вот и все. Прошли, друзья. У нас последний этап, да? Последний, ну я имею в виду последний этап для того, чтобы взять пиньяты вот эти вот, три штуки. Что там? Защитите зону от зомби-легиона? Давай. Так, они с щитами там, да, прикрываются сверху, снизу. Возьмем тогда вот так. Голдблум. Возьму я лаву-гуаву. Двойной подсолнух. Плюс. Я не знаю, может быть, виноградину возьмем. Уж больно хорошо она бомбит. Ой, бомб-гранат. И последний. Давай вот этого заморозку. Все, поехали. Будем бомбашить. Будем сейчас бомбашить. Да, Джек, конечно, вообще славно пробивает. Просто он пробивает и прожигает. Просто на изи всех. Нравится мне этот чувачок. Оу. Это так специально что-то сделано или что, я не пойму. Могилы опять появились, ну-ка. Чтобы не было тут и духу вашего. Еще вот так сделаем. На. Сюда поставим, наверное, лаву-гаву. Да, они появляются. Они появляются заново. Вжарил. Да, в принципе, тут все. Все в труху. Куда вы пошли? Куда вы пошли, зомби? Я вам не давал разрешения куда-то там бежать. Блин, еще не все. О-о-о-о-о, идет. Главный, по сарделькам. Так, Голбум, давай танцуй. Так, я не понял. А вот так вот. А вот так вот. Выкусил. Вот и все. А эти замороженные, как бы они навсегда замороженные. Так, ребят, забираем три пиньяты. О, отлично. Чили Пайпер. Ага, этот у меня готов, но там 20 тысяч нужно денег. Эх, скоро тоже, ребята, откроется, наверное. А может, не откроется. Горохострел, да, ледяной. Тебя только за донат можно было в свое время купить. Сейчас тебя никак не приобрести, к сожалению. Так, лазербин. Все. Ну, такое себе на самом деле.
Такое себе. Я рассчитывал на получше на награду. Честно скажу. Забираем. Один самоцвет. Один самоцвет дали какой-то вшивенький. Нет, смотри, ну тут же музыка есть. Слышь? Тут музыка есть. Как тебе куплю его? Купи, говорит. За 5000 15 пиньет. Или нет, не 15 пиньет, 15 растений, наверное. Скорее всего, да. Скорее всего, так. Вот ребята, которых мы с вами еще не успели в те разы еще купить. О, бесплатно. 10 штучек дайте мне, пожалуйста, посмотреть. Так, 5 чилибин. Чуть-чуть не хватило же прокачать. И горохострел. Все. Да я понял, понял. И что тут у нас? Еще 1000 сверху мы получаем. Ну, здесь ты слышишь музыка? Здесь же есть она. А вот там ее почему-то нету. Пенни Пурсует. Я знаю, что хотел? Я хотел, ребята, глянуть арену. Я знаю, что у меня там самая-самая первая лига. А, нет, смотри-ка, железная. Пусть кирпичная, я получил железную. Ничего себе. Да не надо мне это рассказывать, все это я прекрасно так знаю, что вы. Ага. Это за сезон, а это за турнир. Фриплей. Эть, попробуем. Риуби. Что за Риуби? Так. Раз тут очень много могил, значит, мы сделаем следующее. Блин, не нравится это его долго так кромсать. Ух. Не прокатит. Подсолнух-то можно выбрать? Можно. Значит так, они все слабы к морозу, к ледяным. И горохострелы сделать им ничего не могут. К морозу, значит, здесь будет очень актуален арбуз. Поехали, посмотрим. Да никуда я пока тут ничего не буду ставить. Хотя нет. Поехали. Мне нужно сломать эти все могилы. Ну, а дальше сам понимаешь. Дальше просто обстрел ведем и все. Что он нам сделает своей палкой-копалкой? Да ничего. А, я же забыл, тут же соревнования у нас, ребят. Точно. Нам нужно же уничтожать их, а тут обычно никакой стратегии-то и нету.
Ну, в этой лиге-то, может быть, мы еще и выиграем. Как бы детская лига, на самом деле. По уровню сложности, я имею в виду. А дальше-то, конечно, дальше-то. Хо-хо-хо. Давай влуплять. И здесь, кстати, музыка есть. А там почему-то не было на событии. Так, вот они идут, эти горгули, медузы, горгоны эти. Статую он тут свою толкает. Давай влупляй. Только головешки отлетают. Он там что, начинает сопротивляться, что-то я смотрю. Нет, он что-то на 29 тысячах замер и все, ребят, не знаю почему. Давай вжаривай. Сюда поставим. Давай еще раз сделаем. Интересно, а вот эти вот соревнования, это с реальным игроком или нет? Мне кажется, опять с ботом. Потому что здесь можно поставить паузу. Да. А с реальным игроком ты бы паузу бы не поставил. Верно же? Ну, тут победили мы. Небольшим отрывом, но все-таки победили. И ждали какого-то вообще новичка. Ну, типа новичка. Две пиньяты. Мы урвали две пиньяты. Так, грейвбастер. Ну, это понятно. Примитивная картошка. Ой, ну да, мина. И все. Оп. Опачки. 20 чилипайперов. Нормально. А что это такое? А, это, наверное... Ну-ка, дай-ка я сыграю еще партиечку Холла. Холла. Ну, да я, наверное, даже ничего менять не буду. Я так вот сделаю. Let's rock. И просто сейчас... Let's rock. На ускоряшке. На ускоряшке, ребят, все это будет сейчас. Смотри, оп. Не напрягаясь, называется. Просто не напрягаясь. Жалко, еще больше скорости нет. Мне уже 24 тысячи. Голдблум, пляши. Сейчас я тут за минуту, ребята, все ушатаю, что можно и нельзя. Тихо, он толкает. Толкунов этих. А чё, почему он его не стол? А почему он их не столкнул-то? Эй! Странно, он обычно толкал. Схавал. Успел схавать он мне, прикинь, моего шарпика. Шарпейчика. Так, 48 секунд еще. Голдблум, танцуй. Так, арбузы сюда. Ледяной арбуз.
А почему, интересно, они решили вдруг сделать ледяного арбуза? У них есть же обычно там арбуз? Есть. Почему они сделали именно ледяного? В общем, здесь я тоже, друзья, выиграл. Но тут уже, видишь, тут уже уровень дали такой, помощнее. 2000 монет в копилку летит к нам. Давай попробуем получить две пиньяты морозных. Думи монстр. Монстр, наверное, хотел написать, но у него на R не хватило. Ничего менять не будем. Как есть, так есть. В принципе, меня вполне устраивает наша ледяная братва, которая здесь у нас стоит. Let's rock. Поехали. Голдблум сразу начинает пляски свои. И мы делаем вот так вот. Дальше все как по накатанной. Блин, я, наверное, его слишком близко поставил. Да, слишком близко его успели захомячить. Надо чуть-чуть подальше. Даже еще, наверное, чуть дальше надо ставить. Раз, два, три, четыре. На пятую клетку. Так, я не ускорился, да? На пятую. Воу-воу-воу-воу-воу. Голдблум, выручай. Че, набираем преимущество, по-моему? Набираем чуть-чуть, да? Я пока не буду тратить. 3. Да, у нас небольшой всего лишь промежуток. Нет, отскакивают. Почему-то в тот раз не отскочили они. Я не знаю, с чем это было связано. Небольшой отрыв у нас всего лишь. Небольшущий. 60 на 8 тысяч где-то. 21 секунда. Так, попробуем сейчас зарядить. И еще зарядить. Ну да. Вырвали, ребят, победу. На, там сколько? На 27 тысяч, по-моему, да? Да, на 27 тысяч переплюнули. И то под конец уже. Так, морозная пиньята. О, 10 арбузиков. Это хорошо. Ну, этот у нас хурикали есть. И все, что ли? А, ну да, правильно, две пиньяты. Так, получили 5 перчаток. Давай еще. Подкупил. Битер. Или байтер. Байтер. Слушай, а давай попробуем немножко другую команду сделать. Чуть-чуть. Например... Вот так. Вот так. Что-то мне кажется... Ладно, посмотрим. Без этого, блин, никак не обойтись, получается. Капелька, капелька. Что у нас еще-то ледяные где? Ледяные-то еще где? Вот. Без Джека справимся, думаешь? Ладно, давай попробуем. Твою налево, я забыл взять этого хурикали.
Вот дурачок, а. Хурикали не взял. Этого пока, наверное, выставлять не стоит. Ну, как по мне. А что он делает вообще? А, ну он усиливает ледяных. Так, парень уже набирает силу. Пора к нам бомбить, я так понимаю. Молодец. Молодец, Рэй, гениально, блин. Просто гениально. Бомбанул, называется. Куда тебя никто не просил, блин. Фига себе, 18 тысяч слету. Момопразов тоже сейчас... Нормально так. Двадцать шесть. Ну-ка. Фига не срабатывает. Сейчас. Ну что? Зависуны там какие-то, блин. Ну это слабо, ребят, ну слабо бомбим. Давай. Да мы не достаем, они не достают, я слишком их далеко, блин, поставил. Меня переплюнули, ребят. Ну вот эти подлагивания, ну нафига мне сейчас. Я даже взять не могу ничего. Все. Сейчас еще игра вылетит, чувствую я. Что такое ощущение? Я не могу солнце взять ни одного. Я не могу. Смотри, все зависло. Что происходит, блин? Не знаю, друзья, что происходит. Короче. А, я еще и... В общем, выиграли. Ну, это... Молодец, куда нашел, куда... Я слышу, что жесткий диск офигеть как закрутил. Ну, вот вам, ребят. Подождать. Я не знаю, что происходит. Он там бедный трещит, хрустит, как я не знаю кто. Почему такое? Ну что, давай попробуем 4 пиньета тогда забрать и на сегодня будем закругляться. Савок. Уж больно хочется мне эти пинетушки 4 получить. Да. Но первая все-таки, мне кажется, была у нас лучшая команда. Поэтому я к ней, пожалуй-ка, и вернусь. Она заключалась у нас... Не, вот этот красавец, конечно, я ничего не говорю. Вот он хорошо замораживает. Прям... И будь здоров. Так, Голдблум... Арбуз, получается, да? Арбуз. И... Где у нас этот двойной? Где двойной подсолнух? Ну, он должен же быть здесь. Вот он.
Все, друзья, поехали. Так, Блумка сразу идет танцевать. Сразу же делаем вот так. И поехали. Что-то он как-то долго с ним. Шардраган борется с ним долго. Я не понимаю, почему так долго с ним. Не надо только опять лагать, а? Так. Что у нас там? Пока идем нормально, да, ребят? Отрыв нормальный. Можно так еще потратиться пока. Давай, Глум, танцуй. Так, арбуз поставим сюда. Последний подсолнух здесь сюда поставим. И... заморозку хотел, но, походу, дело ее даже не надо здесь ставить. А вот против этих надо бы. Ставь. Да что ты? А, там занято. Откидывай их. Уже начинает там хавать. Ну да, мы здесь, ребят, нормальное преимущество взяли. Девяносто шестьдесят одна тысяча, да? Девяносто восемь тысяч у нас уже. Блин, толкунчик идет. Толкунчик, как говорится, выкинули отсюда. В зашей. Пускай только появится, он появится. Я готовлю, готовлю кристального этого. Ну вот и победа. Вот она и победушка, друзья. Угу. Так, 4 пиньяты. Посмотрим. Ну, пускай будет. Лазербин. Чуть-чуть не хватает. Угу. Луковицы боулинг. И теневой гриб. Shadow Shroom. Все, да? 4 пиньяты вскрыли. 4 награды получили. А... слушай, а следующее там... в плане... я был только что на первом, если меня уже, ребят, скинули. Прикинь. Молодцы. Красавцы. Просто взяли уже и скинули. Я еще ничего не успел сделать, мне уже... того. Иди, говорит, внизу там, в низинах. Дрищ. Пока пошись. Вот так вот, с тобой тут церемониться не будут. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.